браке 40 лет. Немного. Немного? Вы сколько лет уже в браке? 48. 48 лет. Всего? 57 лет в браке. В советское время на танцах познакомились, в клубе на танцах. Кто к кому подошел? Выпускница как раз была. Зачем ты? 10 класс. А вы постарше? Я. На 6 лет старше. Произошла вот такая, ну, связь, да? И я уже на третий день уже решила, мы будем вместе. Какой бы совет вы дали молодому поколению, молодым парам, чтобы построить такие же крепкие, долгие отношения? Ну, наверное, скорее всего, взаимопонимание. Терпение. Терпение. А у вас в семье кто главный? Оба. Главное, честно говоря, команда еще, да, конечно. Когда детей ростили, ага, вроде бы я принимаю решение, ну, все дети знают, что мама. Но озвучивает всегда папа, потому что папа – глава семьи. Супругам, которые живут в браке более 25 лет, вручили медаль за любовь и верность. В этом году ее получили 68 пар. Все они достойно воспитали детей и являются примером в своем районе. Особыми дипломами наградили 5 семей – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В Бурятии около 23 тысяч многодетных семей. Одна из них – чета Тугариновых из Джидинского района. Нина – учитель, Игорь – предприниматель. У супругов свой дом, большое хозяйство и 9 детей. Трое из них приемные, хотя это слово в семье Тугариновых не произносится. 5 лет назад родственники Нины попали в беду. И супруги без раздумий забрали к себе в семью их детей. Как только с мужем узнали об этом, решение принимал супруг. Я у него спросила, он сказал, когда поедем. Вот мы буквально через 2 дня купили билеты и полетели за ним в Нижний Ангарск. Детям прививаем любовь к труду с детского возраста. Мальчики у нас ухаживают за коровами, за свиньями. В общем, девочки по хозяйству помогают. Самое дорогое, что у нас есть в жизни, это наши семьи. Семья, любовь. Мужики, вот наши женщины, наши жены. Это самое дорогое, что у нас есть. И мы – единственное, что есть у них. Поэтому берегите их. Вот. Цените, уважайте. Молодым семьям я, конечно, желаю благополучия. И много-много детишек. Рожайте, не бойтесь. С ребятишками тяжело только первые 40 лет, а потом все решается. Многодетные семьи не дадут соврать. А мы вас будем поддерживать. Кстати, в Бурятии сегодня стало на 3 семьи больше. 6 молодоженов зарегистрировали свой брак прямо на сцене театра оперы и балета. Мероприятие организовала Минсоцзащита Республики в рамках Года семьи. Алина Котова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.